по пьесе, кто не знает, по пьесе у нее был маленький медвежонок, который она прятала там эти документы вот, на которые, по сценарию, да, документы, а потом, значит, все родственники, которые пытались ее ограбить, а она хотела, ну, по сценарию. Вот это, кто не знает, прочитали. Вот. И она ходила с этим мишкой, значит, и там прятала эти документы по пьесе. Вот. А актеры, значит, собрались и подарили ей огромного медведя. Вот. И мы назвали, думали, ну как-то надо, чтобы память оставалась. И мы назвали его Падайка. Вот так у нас и получилось. Вот. Что касается приезжих актеров и кто у нас? Меркурьев приезжал. Вот, работал с мамой в пьесе, как бы репетировал, и они играли спектакль. Он был от ее работы в восторге и сказал, что таких бабок, даже говорит, у нас в театре, то, что театр у нас там в столице будет нет, и предлагал ей поспособствовать, говорит, я говорю, с большим удовольствием, чтобы вы переехали и работали у нас в театре. Ну, маменька подумала и осталась здесь, потому что если жить, то там, а если работать, то...